Привет, с вами Даня. Также мы сейчас играем в Тикин Гайд. Это я скин. Сохрани доктора Ливси. Также у меня мой, я могу сделать этот скин Блю. У меня уже покуплено вот этим. У меня одежда. Ну да. Он также есть. Вот такие вот глаза. Так. Заем на любой сервер. Вот такой вот новый. В Тикин Гайд обнова. Он. А что он здесь делает? Я сейчас, смотрите, что я сейчас делаю. Тетя Зина. Тетя Зина, кто так крикнул, говорите правильно. Тетя Зина, правильно. Сейчас убью всех. Сейчас убью всех. Упо. Откуда там стреляю? Все, я выхожу, все. А там он вот просто. Ладно, пойдемте. Ох ты ж, блин, а! Найди где. Ай. Мне вот это сосает. Ах. Нет. Ну-ну. Погнали играть в дуз. Ну чего вы нет? Кстати, папе там приходит, когда я снимаю видео, думаю, что... Ох. Полегче, Аня. Погнали. Это ломбач. Это крылеч. Все. Кто со мной будет? Сейчас прячусь. Ну вы что, меня уже смотрели? Все за скам. Ладно, буду играть. А, нет. Нет, меня заскамили. Ладно, я к ним. Их нету. А в мананули. А на 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 на. Я выхожу. Нет! Не люблю, я не завижу, когда вот такие скины делают. Не пом. Привет. Серый. Ты живой. Да. Ты... Так, ладно, без каких-то слов пошлите в лифт. Погнали к этим. Нубики. Амонгус. Русский. Я не летел премию. Забаньте этого. А уже все, а не надо было. А что перед русским ставить? Тебя уже бы давно бы забанил. Если бы я тебя бы пригласил в людях. И заскал тебе, я бы одел украинский. Надо скамить этих уже украинских. Не жаль, смотрите, кто боится в всяких хоррорах. Вот он этот, Among Us. Сейчас дам пиндля как. Так, тумбочку проберем. Чего? Опа, опач. Меня замерзла жопать. Так, ничего. У меня
Почему у меня письма нету вопрос? Тебе нужен ключ. Так, а это уже интересно. Непон. Это редко бывает? Этого вообще я не видел. Чтоб так было. Побежали. Умею я банить. Я знаю, что Украина все равно как. Не пригласится, потому что я русский. Россия. Моя наша держава. Наверное, я так понял. На нее даже смотреть не буду. Кого-то глаза. Здесь, в смысле, и глаза нет. Из-за вот этих амонгусов. Я не люблю, в смысле, глаза. Он столько урон на это будет. Все игроки точно подохнут. Но я хочу, чтобы Украина первая сдохла. Чтобы она на сети сдохла. И от Раша, и от Ампуш. И от Тимати, и от Скрити. И от фигуры. Ненавижу Украину. Сейчас я ей... Смотрите еще. Вот. Что, прощайте. А ничего, нормальные, что ли? Все, погнали. Блин, ничего не видно. Что? Не чёткой. Это ещё твой чук. Вон он место. Хоть раз зашуму. А никогда не... так не говорите. Если... Слава Украине. Нет. Ой. Нет. 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 Слава России. Слава России. Как еще писать в пау? Не пом. Все только украинское слово просто убить. Ох, давай уже, открывай. А, здесь легко. Вы издеваетесь? Здесь даже скрыть может. Не делать. Его же нету сейчас? Нету. Надо... Где ты? Вот он ты. Стой. Стой. Когда будет свет, я проверю. Что будет? Это скрыч. Я пока не вижу ничего. Опять? У кого так? Ты... Да за что? Ты охренел, что ли? Да, Украина сдохла, ура! И так и надо. Так и она. По-настоящей. Если жизнь сдохнет по-любому, в широте огромной, тем Украина. Все. Там моё. Так, зажигалка. Да. Ой. Ну, уже фонарик. Ну, здесь зажигалка. Да лети! Шрешная. Всё, вылази. Не знаю. Сейчас бы залага... Ты чё, рукава жопы, что? Непон! Ах ты ж дьявол!
Люцифер, ты понял, кто ты? Попутал, что ли? Так, еще одна. Попутала? Так же я рассказывал, там папа сказал. Почему у меня лагает? Двери не открываются. Чеп по кайфу, а мне нет. Сюда. Нету его. Ну что, сейчас моргну. Похоже, нет. Пока шкафчики проверим. А что-нибудь полезное есть. Кирзы. Проверь. Что-нибудь есть? Нету. У меня зажигалка. Давайте сейчас высек. Я его ненавижу просто. По-любому. А! Все, попробуй не подойти. Вот и мне нравились ативки, но кроме предательства. Потому что там люди подходят к шкафу, потом эту ативку получают. Они просто дьяволы. Это люди. А то они должны эту ативку получить. Спидрам? Ух. У меня зажигалка. Ну, нет, на зажигалке еще 3 линии. Что она уже все габала. Запер ключ. Все, у него по-любому сейчас ключ. Че? Ничего не понял. Моргала? А, моргала. А ты что на меня смотришь? Мне страшно уже. Это хик. Ненавижу его. Ладно, что здесь сейчас будет замок. Разработчики вообще с ума сошли. Если бы здесь и шкафы были, есть такой уровень. Также буду. Пока не смотри теперь на меня. Все. Что с Костик к сторке? Ой, ты чего? Попутал, что ли? А пух, не пух? А? О, ну давай, открывай дверь. Ну все, ребят, хана. Понять окно. Ну все. О, главное не выиграть, я хочу полностью игру пройти. Я ни разу не проходил полностью. Ух, правильно. Да не надо. Не надо, дядя. Все. Я умру. Нет. Ребят, это сложно. Может, надо в другую поиграть. Может, что-нибудь страшное сейчас было. Так. О. Чего? Ничего. Сегодня через минуту поиграем. Что-нибудь интересного. Ложно. Может, здесь что-нибудь. О, вот у них игра. Не. Знаю, вот что у меня сыграть. Выходим. Ну, это сик. Чтоб узнали, это сик. Сейчас мы поиграем. Не в радужных друзей, если вы спалили. Почему у меня так много? О, вот, поиграю. Игра сейчас популярная такая. Вот Дурус, что это у нас? Дурус, блин. А.
О! Хоть забыл, как его там зовут. Здесь можно подняться. Здесь у нас книжка. Похоже, дальше. А назад также можно. Не, я хочу сначала хочу фигуру найти. Это не то. Чего? О, вот как раз и грибок. Так, морфу я хочу взять. Руф. О! О! Чё я выхожу? Хиканул. Непон. Всё, выхожу. Ладно. Поверю, что про этих. О! Сейчас опять вот это вот. Ладно, всем пока.